Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это костюм Николет, который представлен сегодня как главный товар, как самая выгодная покупка. Цена за две вещи в вашем гардеробе 1599 рублей. Здесь мы с вами экономим 55%. В прошлый раз этот костюм за 7 минут презентации был распродан полностью. Больше 250 костюмов. Сегодня размерная линейка от 50 до 60 и целая палитра стильных цветов. Фиолетовый лидер прошлых продаж, то есть он пользовался большей популярностью, поэтому обратите на него особое внимание. Верх от этого костюма выбирает для себя Ника. Далее Светлана выбирает для себя также верх от костюма голубого цвета и сочетает с юбкой карандаш бежевого цвета. И, конечно, Анна, посмотрите, она как раз выбирает брюки от костюма розового цвета и сочетает с блузой, которая также представлена сегодня, блуза Нуала. Ну а я выбираю для себя тот лук, так называемый, как говорят стилисты. Это полностью костюм Николет. Обратите внимание, Этель Краузе, это европейский бренд. Зеленый цвет, изумрудный, выбираю для себя я. И сегодня главный товар дня представляет эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, стилист Наталья Скачкова. Кстати, около которой висит еще один цвет, бордовый в заказе. Да, ты абсолютно права, Ариночка. Я хочу от себя добавить, что мы сегодня с тобой представляем бренд Этель Краузе. Бренд немецкий. Впервые немецкий бренд представлен в нашем телемагазине Шоп-н-Шоу. И я хотела бы вспомнить двух основательниц, двух дизайнеров этого бренда. Это, кстати, Катарина Этель и Хайди Краузе, которые в свое время работали в одной европейской компании. Mm-hmm. Кстати, дизайн-бюро находится в Мюнхене. Ну и, конечно, Арин, я не могу не отметить высочайшее немецкое качество. Немецкий контроль качества, который славится, конечно, во всем мире. Ну и давай еще подберем размер. Конечно. Потому что его очень легко и просто подобрать. Я сразу скажу, что у нас размерный ряд от 50 до 60. Берите размер в размер. Если у вас верхний тип фигуры, можно на размер больше. Но важный момент. Давай мы с тобой измерим тоже, конечно, некоторые замеры. Сделаем некоторые замеры, угу, которые очень важны. Смотри, вот на тебе я вижу, блуза смотрится как удлиненная туника. На девочках тоже. Но давай докажем нашим модницам, что это так. Смотрите, в 52-м российском размере у нас длина по передней полочке составляет, смотрите, 67 сантиметров. То есть получается такая длина визуально стройнит. Кроме mm-hmm. этого, вы можете носить нашу блузу от костюма с брюками капри, с джинсами облегающего кроя, с кюлотами с теми же, или, например, с юбкой карандаш. Да. Ариночка, помоги мне, пожалуйста, полуобхват в зоне груди. Так, я хотела бы измерить. Так, держи сантиметр со своей стороны. Mm-hmm. Смотри, без натяжки. Мы с тобой аккуратненько прикладываем. А сантиметр получается 60 сантиметров. Полуобхват для 52 размера. Смотри, мы немножко натягиваем ткань, а у нас тут 5% лайкры. Уже 65 сантиметров, 65 полуобхват, то есть какой запас, mm-hmm, понимаешь? Mm-hmm. Это очень важно. Арин, и сразу я хотела бы показать эластичные брюки. Mm-hmm. Смотрите, у нас здесь широкая эластичная лента, какая растяжимость, какие потрясающие свойства, возвратные в том числе, широкая эластичная лента, которая, ну, работает как корсет фактически для нашего животика. Угу. А еще у нас, смотри, какая высокая посадка. Я обожаю такую посадку, Арина. Ну, во-первых, удлиняются ножки, как ты понимаешь. Потом в такие брюки можно смело заправлять даже базовую белую блузу или футболку. На тебе смотрю, слушай, просто потрясающе. Это супервысокая посадка, правда, я обожаю такое. Посмотрите на нашу Нику, как она прогуливалась по улицам города, как она выглядела в этом костюме. Это европейский шик. Это европейский стиль. Так одеваются в Европе. Это модно во всем мире. Костюм от бренда Этель Краузе. Это выбор телезрителей. Цена 1599 рублей. Цена действует только один день. Бесплатная доставка в пункты выдачи связной Евросеть. И 55% экономии. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Я знаю, как стилисты любят выбирать именно костюмы. Наташа, вот почему? Ты знаешь, ну, потому что это удобно, комфортно. С утра пораньше у вас не всегда есть время. У вас есть элегантный костюм. Костюм одноцветный, правильно ты называешь, total look или монохром. Ариночка, но я хотела бы еще обратить внимание на крой. Это что-то невероятное. Смотри, у нас крой имеет такой А-образный силуэт, или еще такой крой называется трапециевидный. Смотри, кроме этого, то есть он расширяется, да, от зоны груди и скрывает, допустим, широкие бедра. Но это еще не все. У нас асимметрия по длине. Получается, по бокам наше изделие, наша блуза-туника удлиняет силуэт. Естественно, стройнит невероятно, вытягивает.
подчеркивает силуэт. Ну и по поводу брючек, вот глядя на тебя, я могу сказать... Широкие брюки, комфортные. Арина, ведь ты же знаешь прекрасно, что у многих модниц, особенно в летний период, есть такая проблема, внутренняя часть бедра натирается. Да? Некомфортно себя начинаешь чувствовать, часто ткань начинает быстро портится, выходить из строя. Наши брючки широкие, вот на Анечке, пожалуйста, розовый цвет, широкая эластичная лента, свободные. Причем свобода, комфорт в зоне талии, широкие брючки, знаешь, такой элемент, немножечко брюк-палаццо, который в свое время изобрел такой дизайнер, как Эмилия Пуччи, а уже потом подхватили другие. Но у нас такой, знаешь, элегантный, у нас они не очень широкие, прям как брюки-палаццо, но достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно и свободно. Знаете, абсолютная свобода, абсолютно легкость, абсолютное удовольствие от костюма Николет. Бренд прямо сейчас на ваших экранах по цене 1599 рублей. Делим эту цену на два. Меньше, чем 800 рублей за такую великолепную тунику, посмотрите. И, конечно, меньше 800 рублей за великолепные брюки. Посмотрите, свободные, с высокой посадкой, шикарные. Посмотрите, свобода здесь, если есть бедра, если вы стесняетесь, может быть, носить какие-то другие вещи. Здесь абсолютно свобода и легкость. Слушай, давай поговорим еще о ткани. С удовольствием, давай поговорим, потому что у нас здесь есть хлопок. Мы сейчас давай с тобой покажем, что у нас здесь хлопок. Приятный, по тактильным ощущениям, чем-то даже похож на шелк. Воздухопроницаемая ткань, гигроскопичная, посмотрите, эластичная, при этом гипоаллергенная. Ариночка, и еще это ткань, которая не боится ультрафиолета, и ткань, которая прекрасно себя ведет после многочисленных стирок, потому что с ней ничего не произойдет. Ткань, вот эта сочность цвета останется на долгие годы. Ну и знаешь, хочется сразу сказать, что здесь выделка хлопка достаточно плотная, если ты заметила. Я вообще считаю, что у нашего костюма вообще нет сезонности. Все 4 сезона его можно носить, просто по-разному обыгрывать. Согласна полностью. Звоните, сделайте первую покупку и начинайте именно с главного товара дня. Из бесплатной доставки в пункты выдачи Связной или Евросеть. Звоните, все звонки абсолютно бесплатные.